С вами снова еженедельная рубрика «Вокальный совет» от школы вокала «Драйв». И специально по просьбам многочисленным своих учеников я покажу упражнение, которое чистит слух, которое позволяет лучше попадать в ноты и развивает относительный слух. Относительный слух – это слух, который относительно чего-то, относительно ноты, относительно гармонии, относительно музыки, аранжировки и так далее. Это упражнение как настройка ваших струн, а ваш голос как гитара. Поэтому ее, вашу гитару внутреннюю, ваш голос нужно настраивать время от времени. Особенно новичкам это нужно делать очень часто. И вот есть такое упражнение замечательное, когда мы просто поднимаемся по полутонам вверх и поем. Поехали вместе! Если вам не хватает воздуха, вы можете остановиться в любой момент, взять его и продолжить вместе со мной. И теперь возвращаемся назад. Всем спасибо, до новых встреч!